В аудитории студенты третьего курса Брестского государственного технического университета, обучающиеся по специальности экономического факультета. Сегодня у них в гостях начальник отдела информационно-разъяснительной работы инспекции Министерства по налогам и сборам по Московскому району Бреста Инна Лялюк. В центре внимания деятельность фискальных органов, изменения в законодательстве и новых возможностях, которые могут использовать самозанятые. Прозвучала тема и регистрации фиктивных фирм, а в частности последствий этой незаконной деятельности. Цель одна – это донести до молодого поколения именно результаты финансовой грамотности, то есть немножко их нацелить, на, так как это уже будущие выпускники, они будут трудоустраиваться, рассказать про зарплату в конвертах, рассказать вообще про системы налогообложения, рассказать про бизнес, который может самостоятельно студент, уже ставший выпускником, организовать этот бизнес, как правильно платить. То есть цель одна расти добросовестного налогоплательщика. Студентов интересовали темы налогообложения в деятельности ремесленников, о планируемых изменениях в налоговый кодекс, налогообложение операций с криптовалютами. Было очень интересно познакомиться с работником налоговой инспекции и узнать некоторую информацию, скажем так, о внутренней кухне данной специализации. Для меня, безусловно, была полезная встреча, поскольку я уже работаю бухгалтером, то есть я работаю по специальности, я каждый день, грубо говоря, имею дело с налогами, с зарплатами, поэтому послушать было очень интересно человека. Много было информации про новшества, которые в 2023 году в нашем законодательстве появляются. Поэтому эта встреча полезна не только для меня, но и для всех студентов. Для студентов встреча со специалистами – возможность не только задать интересующие вопросы, но и узнать о карьерных перспективах. Наш факультет, как и университет, очень тесно взаимодействует с организациями, которыми заинтересованы в наших кадрах. К нам приходит и таможенный комитет, и налоговая служба. Кроме таких, скажем, крупных государственных заказчиков, к нам приходят и коммерческие предприятия. Конечно же, мы, тем более бухгалтерский учет и экономический факультет, это самые наши, это кадры наше будущее, поэтому, конечно же, мы заинтересованы в этой аудитории. И, конечно же, мы очень ждем наше молодое поколение к нам в налоговую инспекцию. К слову, специалисты отдела информационно-разъяснительной работы проводят консультации для всех желающих, тех, кто хочет заняться предпринимательской деятельностью, либо попробовать себя в качестве самозанятого. Для этого необходимо всего лишь обратиться в инспекцию Министерства по налогам и сборам.